Всем привет! С наступающим Новым годом! Сегодня 30 декабря. Кирилл, поздоровайся. Мы с Кириллом вышли погулять. Сейчас встретимся с его другом. И у нас сегодня насыщенный день. Точнее, два насыщенных будет дня сегодня и завтра. Я решила сделать такой предновогодний влог. Сейчас мы погуляем, потом к нам приедут моя свекровь со свекром. Мы их поздравим, они нас поздравят. Потом, по идее, должен Сережа приехать с работы сегодня пораньше, но это если в идеале. Вот, Цитрон, кстати, отвез нас в машине, что это с тормозами. Немножко страшно на ней стало ездить. Из-за того, что тормоза заедают. Он ее отвез сегодня с утра на диагностику, сам поехал на работу. Если все нормально, заберет машину, приедет. И нам надо поехать. Здесь рядом живет старший брат Сережин с семьей. Их надо поздравить с Новым годом. Потом в магазин за небольшим количеством продуктов. Потому что я хоть завтра еду к маме, но я немножко готовлю. Потому что так уж совсем некрасиво приезжать. А, кстати, смотрите, я в шапке и в снуде. Мне моя подруга подарила. Для меня это сейчас пока один из самых лучших подарков на Новый год. То, что не пришлось самой покупать. Вот, видите, беленький такой. Короче, Насте еще раз спасибо огромное. Капец, как угадала. ОМОНовец бегает. Да что ж такое-то, а? Кирилл, это не наша. Не наш, да. Красноносый мальчик. Кирилл, кстати, поспать уже даже успел. Пока мы с ним шли, он взял и уснул. Сейчас проснулся. Бери лопатку. Господи. Ты чего разлегся? Это что такое? Вставай, холодно. А здесь так хорошо, и вообще никого нету. Столько площадок. Вон, видите? Камера разряжается. Пипец. Ладно. Все. Представляете, мы с Кириллом вырубились посреди дня. И я тоже. Только проснулись, вон два опухших сидим. Кирилл, покажи, какую тебе бабушка с дедушкой курица подарили. Цыпленочка мягенького, да? Вот какой, скажи мне, цыпленочка. И вон там, видите, разбросано. Такие мягенькие детальки подарили Кирюхе. Цыкровь нам приготовила мою любимую творожную. Как-то королевская ватрушка, я ее просто обожаю. Там фрукты привезли, мясо такое тоже вкусное. Серега, я надеюсь... Ну, видите, уже 4 часа, он еще не приехал, значит, походу, поздно будет. Это что значит? Чего ты? Ты камере соску хочешь дать, да? Ой, боже, упадет же мальчик. Беги, беги. А какой ты там берешь? У него там еще две штучки осталось, но вот ему еще две. Что, мы приехали в карусель 30 декабря на свой страх и риск. Серега все-таки доехал до дома. Мы его дождались. Так, ну все. Не буду снимать, а то я сейчас забуду, что мне надо. А то я ему звонил, такой пчелинка, будто то, что он на матч. Такой будто. Ой, ну я рада, Миша играет, значит, подарок понравился. А это же машинка. Грейдер. А ты не раз... Она разобьется, да? Не-не, я хотела просто показать, как она пищит. Ну, Кирилл, ну дай Зоя покажет, как она пищит. Это не Ка, это овца. У тебя все Ка. А мне-то посмотрите, что подарили. Вообще какая прелесть. Книга с рога рецептами и кондитерский шприц с мягенькой, с такой штучкой.
Вообще классный подарок. Но я о подарках буду потом отдельное видео снимать, если их много будет. А Кириллу подарили коврик ортопедический. Ну, точнее, набор ковриков тут. Кирюха, как тебе твои игрушки? Новые. Мы решили их в воду положить. Нам сегодня бабушка с дедушкой, да, Кирилл, вот такие штучки подарили. Мы решили, раз они из такого пенопласта, как будто в воде с ними играть, Кирюха будет, да? Классные! Кстати, представляете, какая у меня радость. Мы были в карусели, там покупали кое-что для завтрашнего, чтобы мне салат завтра делать. И там по акции продается новая шоколадка Milka Bubbles с кокосом. Видите, два по цене одной. И вышло 179 рублей. А в палатке, Сережа мне сказал, которая у нас рядом с домом, одна такая шоколадка стоит сколько? 130? 120 рублей. Представляете, а тут 3 за 179. Короче, у меня радость. Сейчас я хочу ее попробовать. Я надеюсь, что она вкусная окажется. Бабах! Где у нее глазки? Где глазки у рыбки? Чего? Где глазки? Это рот. А глазки? Я, кстати, еще не решила, в чем Кирилл будет Новый год встречать. Надо подумать. Доброе утро, 31 декабря 2016 года. Ура! Кирюха, с наступающим! Так, скажи, не слышь, что ты там говоришь? А мы смотрим почтальона Печкина. Да, Простоквашино. Ой, да ты что? Да ты что, моя солнышко, да ты что? Ты мой зайчик. О, как сидит. Сейчас досмотрим этот мультик, пойдем кушать и все процедуры делать необходимые, да, Кирилл? Всех с наступающим! Сегодня 31 декабря, и сегодня же я этот влог выложу, я надеюсь. Муж меня уехал на работу, как всегда. Кирилл там сидит пока играет, у меня есть возможность быстренько позавтракать. И я уже поставила курицу вариться, вчера отварила яйца. Короче, делаю салат черепаха. Если кому интересно, это не из правильного питания. Рецепт этого салата я снимала в одном из влогов. Ссылку я сейчас вставлю. Да, и Кирюха прибежал сразу. Я надеюсь, он мне все-таки даст возможность все приготовить. Много сегодня дел. Надо все успеть. И вечером мы едем к моей маме. А там уже такое празднество будет конкретное. Да, Кирилл? И Кирилл будет открывать подарки свои. Эх, беззаботное детство, скажи. Ничего не понимаю, что ты говоришь там. Кстати, наконец-то стал с этим слоном играть. Мы ему подарили его на год. Это рановато немножко было. Вот сейчас год и 3. Вот он стал с ним играть. Это что такое, новогоднее нытье? Я теперь буду ко всем твоим действиям добавлять слово новогоднее. А у меня, посмотрите, какие щеки стали. Я просто очень жду 2017 год. Мне кажется, мне он столько всего положительного принесет, позитивного. Вот у меня что получилось. А насчет ножек, я так подумала, что я, короче, не успею. Я их сделаю, но я их не смогу допереть, потому что я одна еду. Мне еще подарки Кирилла, Кирилла вещи, салат, икру. Короче, я чисто физически не смогу это даже до машины донести. Вот. А Кирилла одного я не могу оставить. Так, ну что, я сейчас по-быстрому буду делать вот из этой коробки. Знаете, есть такой челлендж, что в коробке. И надо на ощупь определить. И сейчас я здесь это все вырежу. Здесь будет два отверстия для рук. И человек сзади встает, две руки туда запускает, сам не видит, что находится. Ему даешь какой-то предмет, и он должен угадать, что лежит в коробке. Хорошо, что у меня вот эти блестящие остались. Должно красиво получиться. Так, ну вот какая у меня коробка получилась. Из остатков, блин, пришлось делать ее. С этой стороны вот такая. Здесь два отверстия для рук. И здесь вот как раз будет какой-нибудь предмет лежать. Кирюха уже проснулся. Сейчас будет кушать. Что ты будешь кушать, сынок? Курочку отварную. О! Сегодня у Кирилла курица отварная. Кириллина вилочка и ложечка. Молодец.
скажи всех с наступающим! Ура! Повесили. Какая красота, да, Кирилл? Висит. Все, ты покушал так мало. Мама тебя придется кормить, да? Не, вообще так прикольно выглядит. Надо будет попробовать, может, такие какие-нибудь эти сделать. Фотозона для цифрок с помощью этих штучек. Ну все, смотрите, я все убрала. И пол подмела, и помыла, и посуду помыла. Так что все, я готова к Новому году. Точнее, квартира моя готова к Новому году. И шарики повесила даже. И мусор выкинула. Короче, все сделала. Так, теперь надо одеваться, думать, как это все тащить. Кирилл тут пока играет. Молодец, мальчик. Да? Покушал сам, пока я все делала. Пожелай подписчикам в Новом году что-нибудь. Ну что, буду заканчивать на этом влог. Спасибо, кто был этот год с нами, с нашей семьей. Я сейчас отдельное видео, когда накрашусь, оденусь, сниму с поздравлением. Но в этом влоге тоже хочу сказать всем, кто досмотрел это, тем более, видео до конца. Я очень рада, что вы у нас есть, что вы смотрите наши видео. 2016 год нам принес много негатива, но и много позитива, потому что мы узнали, что у нас будет второй сын. Это, конечно, безусловно, радость. Надеюсь, что следующий год, который мой год петуха. Представляете, 24 года будет уже. Даже не верится. Надеюсь, что следующий год принесет нам еще больше больших масштабных свершений всех наших желаний. И я надеюсь, что вы останетесь с нами. Всех с наступающим. И, как всегда, я желаю в новом году самое главное – это здоровье. А все остальное приложится обязательно. Я в этом уверена. Всем пока!